конец весны. На винограднике продолжаем проведение зеленых операций. Какие же операции мы проводим? Ну, прежде всего, удаляем пасынки в зоне расположения кистей. Здесь их нету, потому что на всех кустах я пасынки удалил ранее. Вы пройдите по своему винограднику и посмотрите, если это нужно сделать, удалите пасынки полностью, без оставления листа. Можно удалить также 1-2 нижних листа в зоне расположения кистей, соцветий. Это для того, чтобы улучшить проветривание соцветий и, соответственно, их опыление. Следующая операция – это продолжение пасынкования. Если мы в зоне расположения кистей удаляли полностью пасынок, то выше кисти пасынок прищипывается над вторым листом, чтобы увеличить облиственность нашего побега. Над вторым листом прищипываем пасынок. Продолжаем подвязывать побеги, потому что в это время, сейчас в конце мая, побеги растут очень быстро, до 10-15 сантиметров в сутки. Каждый день нужно проводить подвязку побегов. И тут же попутно, я специально это не делаю, я удаляю удаляю усы. Еще одна из зеленых операций – это прищипывание побега, удаление 5-7 сантиметров верхушки побега с недоразвитыми листьями, для того, чтобы все питание пошло в соцветия и улучшило опыление их. Я же эту операцию не провожу на своем винограднике, потому что я вижу на своем винограднике, что сколь-нибудь существенного увеличения урожайности я не получаю, а трудоемкость увеличивается, потому что массово начинают расти пасынки и приходится чаще пасынковать кусты. Также удаляем слабые и недоразвитые побеги. Это все входит в зеленые операции. Удаляем слабые и недоразвитые, вот типа вот такого. Некоторые кусты уже зацвели, вот видите, как я говорил, в зоне расположения кисти пасынок. Я его пропустил, не удалил. Удалить его надо полностью, без оставления листа. Также можно удалить 1-2 листа в зоне расположения соцветия для улучшения опыления. Через 2-3 дня зацветут уже все кусты. Возможно, придется применять гибериллин на сортах с функционально женским типом цветения, а также на кишмишных сортах. Итак, продолжается подвязка, продолжается пасынкование, продолжается осветление зоны роста соцветий, расположения соцветий для улучшения опыления. Удачи вам и приятной работы на ваших виноградниках!